Ну, это среди березок, да. Нема у меня по ходу пьесы, чтоб до хвойного леса надо идти дуже далеко. Да. И я, если и хожу, то это, ой-ой-ой, да, это больше, чем 25 километров. Это надо ресурса иметь, ого-го. Ну, как они, то есть я должен подобрать компанию, чтобы они все соответствовали этому всему. Да, там стариков брать нельзя, потому что, ух, это не дуже легкая такая прогулка. Ну, а здесь, ну, недалеко, да, ну вот бачите, и то получается, что то идем, то стали, то не пойми что. Да, пошли. Так что, чтоб сказать, что это, сейчас пока месть дождь сверху не идет. А вообще, был снег такой, что на пальто замерзал. Но он, бачите, как подсыпало со всех сторон. Да, так что, а сейчас уже вроде бы как и ничего.